Ой, бащат, нам с тобой на баре. Я как по сравнению с прошлым летом, Яровое живет на полную катушку. Сколько там отдыхающих? Вряд ли кто-то может вообще назвать эту цифру. Большие пляжи, соленое озеро, много кафе с музыкой. Но все же Яровое не иной мир. Третья волна пандемии докатилась и до озера. В местной больнице нам рассказали, что список больных коронавирусом пополняется ежедневно. И в основном за счет гостей курорта. Несколько случаев с Новокузнецка приезжают уже заведомо больные. Значит, есть приезжающие с больничным открытым листом с Ессентуков, то есть Северного Кавказа. Есть жители Барнаула, вот, то есть Кемеровской области, Томск, и все тут есть. По словам Татиевского, медсанчасти готовы принять максимум 60 ковидных больных. При этом 18 из них в запасе. Вот только до использования резервных мест осталось всего ничего. 39 коек в больнице уже заняты. Однако, нам говорят, ситуация под контролем. Но если туристы не начнут соблюдать хоть какие-то профилактические меры, коечный фонд придется расширять. Власти Ярового намерены чаще проверять соблюдение масочного режима. Но ограничивать туристический разгул не планируют. Пляжи и кафе будут работать. Наши, даже те же самые пляжные учреждения, которые работают, они сегодня работают именно с соблюдением всех санитарных норм. То есть это расстояние, численность посещений. За этим всем наблюдают у нас представители санитарно-эпидемиологической службы. Главный инфекционист края Валерий Шевченко объясняет, что в таких условиях каждый должен понимать ответственность за выбранный отдых. Жестких ограничений нет, но расслабляться не стоит. Каждый гражданин, сделав выбор, что мой отпуск пройдет именно там, на Лазурном берегу, да, он может туда поехать, ровно так же, как и перемещение внутри страны, они без ограничений. Но, опять же, тут нужно четко для себя понять и принять решение, что я это сделаю, при условии, что обязательно увеличится число контактов. Мы обязательно будем в каком-то закрытом помещении со скоплением людей, мы обязательно будем в транспорте. Не стоит забывать и вакцинации. Так, в некоторых зонах отдыха края с отдыхающих уже требуют электронный сертификат или результаты ПЦР-теста на коронавирус. Правда, Яровое в их число не входит. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин. День с толком.